Как пролезть? Контейнер мой сюда. У меня торт. Надо же открыть сразу все конты, которые... Долгожданная ЗЛП в честь дня рождения танков онлайн. Лайк, если соскучились. Друзья, если хотите получить вот такой и такой танки, тогда участвуйте в конкурсе на 24 тысячи танкоин. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий слово «участвую», а также в настройках вести тег Биг. Но итог я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, это начало ЗЛП. Господи. Как пролезть? Праздничного ЗЛП нет! Стоп, стоп, стоп. 14 тысяч, я не пролез в дырку. Это что за начало ЗЛП? Ну, короче, это начало праздничного ЗЛП. В честь дня рождения танков онлайн, танкам 14 лет. Я видел там надпись 14 тысяч кристаллов. Если бы я взял, если бы я пролез на этом толстом диктаторе. У меня еще просто утяжеление конструкции, и поэтому я вообще не лазибительный, короче, вообще не кокосовый. Ну, что было, то было. Поздравляем кого-то и переходим дальше. Зачем я пихал невпихуемое? И да, в этой залпеке вас ждут торты. Много тортов. Так что с вас лайк. Опа, так, у нас контейнер. Контейнер тоже нормальный пацан. Я думаю, можно аккуратно... Да, есть! Сюда, мой хороший. Аккуратно можно поймать. И перейти к следующему. Хотя там еще летят. Ну и как же без поздравлений для нашего дорогого именинника. В общем, танки... Поздравляю вас с 14-летием. Я желаю, чтобы вы не лагали. Потому что вот это потерянное соединение с сервером, этот сбой, уже сколько, я уже не знаю. Это пипец. Короче, желаю, чтобы вы никогда не лагали. Оставались молодыми и красивыми, даже несмотря на возраст. Хотя 14 лет это как бы не такой. Хотя для игры солидный возраст. Ну, в общем-то, с ДР аж. Так, у нас голд, который я обязательно забираю. Ну, надо. Поэтому юзу овердрайв, конечно же, и... Правда, точку пока... А, вижу, вижу голд. Конечно, это обычный, не тортик, но... Тем не менее, я думаю, что мы его сейчас отпразднуем. Потому что, знаете почему? Есть у меня одна волшебная кнопка. Вот такая! И я, по идее, сейчас должен получить еще звание. Я голд взял, а звание есть? Типа, как круто, как в далекие... О! Топовые времена. Ну, отлично. Что, уже старший лет? Блин, я думал, у меня еще... Блин, я что-то забыл вообще, какое звание у меня на этом аккаунте. Я просто давно не заходил на этот аккаунт, и я играю, и... Я думал, у меня не старший лет. Ладно, поздравляем меня и с голдом, и со званием, и переходим дальше. Так, ну, короче, я, конечно, беру торты и контейнеры, но тут ради двух можно взять. Чего? Тут, прикинь, голд, лимон, кстати, в конфе, поздоровайся. Всем привет, да. Тут летело два голда на одном уровне. Я подъезжаю и, типа, короче, баг, знаешь, типа, когда показывает, что он вверху, а по факту он был внизу уже, этот голд лежал. А они летели два, вот так, на одном уровне. Подсвечники подтвердят. Ребят, подтвердите в комментах. Сейчас еще один голд летит, я уже его беру. Да, я хотел два взять, ну, типа, думаю, ну, типа, ладно, я, конечно, жду торты и все такое, но такой красивый летит дабл, ну, надо брать. Вот, как, к примеру, это сейчас. Это бранки от ореха. И опять, короче, это бесконечная ЗЛП. Короче, пока не закончится запись. Вы ставьте лайки, ребят. Ну, блин, ну торты вообще не падают. Не знаю, я 2 часа жду торт. 2 часа, это нормально или нет? Мне кажется, нет. А кому-то кажется, что да. Ну все, короче, издеваются надо мной уже. И Леша Бек... Да, есть, все, всем пока. Опа, так, у нас контейнер, но я ошибок уже допускать прошлых не буду. И, пожалуй, сразу... Оу! Стану на контейнер. Как? За секунду этот долбанный хорн. Так, ладно, поздравляем его с контейнером, конечно, но давайте все-таки, не знаю, я возьму какой-то голд или что здесь вообще упадет. А то как-то даже немножко грустно. Так, это тоже голд, это голды, голды. Мне бы что-то покупнее, типа там торт, к примеру, ну или хотя бы контейнер. Давайте мы О, во-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 во. А вот это, Лёше Беку, вот это вот надо. Так, сюда, мой хороший. Ну что ж, контейнер мой сюда, зайчик. Ну вот, вот это надо было изначально взять. Капец, по-моему, в этой же точке, капец. Ладно, все, переходим дальше. Так, ребят, у меня, господи, у меня торт. Обосраться хочу, хочу. Не взял? А, в смысле, я сквозь голд пролетел? Ага, скам от ореха. Подожди, я был в торте. Это торт был. Подожди. А как его не взял? Я же был. Либо я тупанул, либо я прошел сквозь.
Лимон, я требуем просто... повтор. Просто там был торт. Я его 2,5 часа ждал. Лимон. Бывает. Я... Мне сейчас хочется просто удалиться из танков онлайн. Ладно, пойду пересмотрю, что в итоге. Короче, да, я прошел сквозь голд. Я пересмотрел этот фрагмент. Вы сейчас тоже это видите. И, внимание, орех, настаиваю. Мне нужно компенсировать 14 тысяч праздничных кристаллов. Внимание, праздничных кристаллов. На аккаунт, потому что я взял. Это был мой торт. Ладно, короче, немножко поддавался. И меня тут все бьют, короче, пытаются респить, но надо показать, кто батя. Давайте мы всех подпустим. Ну, кто-то пусть подъедет. А сейчас могут подъехать или не могут? На респ. Я сказал, на респ. Можно было спасти голод вообще сделать, кстати, лимон. Так, я сижу в гараже и слышу сирену. Это нормально вообще или нет? Ну, я типа... А, это меня, наверное, загрузило. О, да, и где-то тут должна уже падать что-то, шкатулочка золотая. Я пока не вижу точки. А, стоп, где? Стоп, а где она? Вот здесь, наверное. В углу. А где? А где вот... Взял золотой ящик. Ну, охренеть, ну что это такое? Я был в гараже... И у меня гол. Давай, конт. О, конт! Ни хрена себе! Это что, так работает, что ли? Я ждал, блин, долго-долго. И тут просто я сказал, давай, конт. И оно сработало. Так, стоять. Стоять, молодые люди. Контейнер Чебурекович достается. Ну, кому же еще? Ну, кому же еще, господи? Поздно прилетел птичка. Даже мимо пролетела птичка. Изи. Вот, вот если всегда так было бы, то было бы вообще чудненько. Кстати, надо же открыть сразу все конты, которые я за сегодня поймал там и вне записи, и во время записи. 8 штук всего я наловил за этот день. Давайте откроем. Пока что вижу только кристалл. Считаю, обычный голд поймал вместо конта. Голд, голд, голд. 3 голда подряд. Припасы, ремкомплекты. Ну, что-то годное, достойное будет. Ну, типа, как бы, в честь дня рождения. Нет, поздравлений, походу, не будет. Ну, значит, не судьба. Опа, голдик сюда, вкусненько такая, точечка замечательная. Так, ну что, давай контейнер. А, 2. Не, вот, вот там должен быть контейнер. Блин, я тогда призвал и выпал контейнер. Что же это в этот раз не сработало? Ну ладно, забираю, короче, тогда 2 голда. И вот вы тогда точно лайк поставите, я думаю, это будет вообще эпично. Первый сюда. Так, чисто, ребят, ну вы же должны понимать, что оно вам не надо. Начнем с этого. Стой, 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 стой. Блин, если бы не дудосы, которые просто танки не работали целые сутки, блин, я просто до ночи, вот сейчас, смотрите,
2.50, это ночь, я записываю, блин, за ЛПшку, потому что прошлые дни танки просто лагали, дудозились и все остальное. 3 дня потратил на это дело и записал, поэтому, надеюсь, вы оцените. И единственное, что мне еще не... Второе, что мне не понравилось, это то, что не было сирены для торта, то есть какой-то специальной сирены, когда падает торт. Обычный голд сыпется, вот эта вот сирена, контейнер то же самое, и торт то же самое. О, вот контейнер, если я возьму, я думаю, это будет просто замечательная концовочка для данной ЗЛПхи. И вы просто поставите жесткий лайк, друзья. Все, с вас жесткий лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Big Tanks. С днем рождения, танечки любимые, всем удачи, всем пока, друзья.